12 мая войска Ленинградского фронта продолжали прием капитулировавших соединений частей Курляндской группы немецких войск. В Чехословакии и Австрии войска 1-го, 4-го, 2-го и 3-го украинских фронтов очищали занятые районы от разрозненных немецких отрядов из группы войск генерал-фельдмаршала Шернера и генерал-полковника Веллера. Войска 1-го Украинского фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 168 тысяч беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров, 7 генералов. Войска 4-го Украинского фронта с 9 по 12 мая взяли в плен 56 280 беспорядочно сдавшихся немецких солдат и офицеров. Всего таким образом с 9 по 12 мая на всех фронтах взято в плен более 700 тысяч немецких солдат и офицеров, 63 генерала –